Итак, всех приветствую, дамы и господа. Сегодня у нас очередной ролик про фракции, а точнее про обзвоны. А сегодня я вам покажу, как стать на лидера, получается, любой фракции, какие вопросы будет задавать, что нужно отвечать, и все-все подробно вам скажу. Для начала, что вам нужно знать, это знать, получается, правила лидеров. Есть на форуме на Xtrp эта тема знать РП-термины, допустим такие ПГ, ПГ, РП и так далее, что такое и знать некоторые фразы, такие как УК, УКРФ, ППС, там грубо говоря МЗ и так далее то есть именно термины своих госструктур, куда вы вступаете также бывают вопросы, что такое адекватность, что такое компетентность и в таком духе в общем, в видео все это вы увидите все ссылочки на получается правила, ответы и так далее. Я, я буду закреплять в записи под видео. Ну а мы переходим к первому этапу. Это оставление. <связать> ну а мы переходим к первому этапу. Это составление состав. Блин, мы переходим к первому этапу. Ну а мы переходим к первому этапу. Это как составить заявку а, на лидера на XRP, получается. Итак, а теперь ищем, где у нас управляющий закрепляет пост на форуме. Заполняем по его шаблону заявку. Я вам написал в примере, как это делается. То есть, почитайте, вставите ник свой, имя, фамилию. Кстати, не переживайте, если у вас нет 16 лет. Можете тем чуть грубее сделать, и вас пропустят. То есть, там никто не проверяет а, именно возраст. Потом ждем окончания итогов. Если вам одобряет заявку, как, допустим, это было в моем случае, то, что меня одобрили заявку. И переходим к самому обзвону. Здравствуйте, Роман. Вы попали на обзвон на пост лидера Ппс Грк. Да, здравствуйте. Да. А, зовут Роман. 28 лет. Работаю, <coughs> учусь. Ну и в свободное время здесь играю. Хорошо, а как у вас э, минимальный онлайн. Ну, для лидера хватает. Ну, 4 часа, имею в виду. А так, по времени. Хорошо. Какой ваш основной э, игровой сервер? И чего вы добились на нем? Так, основной, наверное, это Крымский. Что уровень. Один срок на лидере, на Крымском именно был. А, когда только он открылся, только первый я генерал был на ППС в Горке. Потом, что машины, бизнесы и так далее, короче, много чего есть. Хорошо. Как расшифровываться у МВД? Управление Министерства внутренних дел. УК РФ. Уголовный кодекс Российской Федерации. Хорошо. Как расшифровываться КОАП? КОАП? КОАП. Конституция об административных правонарушений. Вроде бы так, если не ошибаюсь. Хорошо. За неподчинение сотруднику при исполнении. Какая будет статья КОАП? Затрудняюсь ответить. Хорошо. С правилами лидера ознакомлены? Да, да, да. Назовите пять обязанностей лидера. Так, ну, первое, это, наверное, соблюдать правила сервера. Потом решать должны любые конфликты, как во фракции, так и между сотрудниками и гражданскими. А потом правильно увольнять сотрудников, то есть по причинам. Вести отчеты как на Дискорде, то есть следить за Дискордом, так и отчеты вести на форуме. Пять? Хорошо. Пять же, да? Да. Назовите пять пунктов, что запрещено лидеру. Ну, также и нарушать правила сервера, получается, увольнять без причины, то есть без доказательств нарушения. Потом, а, подавать заявку на хелпера нельзя, когда на лидере стоишь. А, проявлять блатство, коррупцию и так далее. Это я на сроке. Хорошо. Назовите минимальный срок лидера. 28 дней. Хорошо. А максимальный? три срока, 84 получается вроде бы. Как вы понимаете, что такое адекватность? Адекватность? Да. Это, допустим, степень навыка человека. Доп ну, допустим, вот я стою на должности генерала, насколько я знаю свои обязанности и должности на этом посту, грубо говоря, как я их исполняю. То есть, там, допустим, не ругай сотрудниками и так далее. Хорошо. Что такое блат и что такое коррупция? Есть ли между ними различия? А, да, различия есть. Блат — это когда ты, допустим, я стою на лидере, на примере себе покажу, и у меня есть друзья. Я их без обдвона, без ну, то есть собеседования и так далее ставлю, принимаю фракцию и ставлю, там, допустим, на должностях. А коррупция это, допустим, когда те же самые мои друзья, но ну, только за, допустим, они мне обещают машину, грубо говоря, а я их также принимаю в фракцию без ничего и ставлю на должности. Хорошо. То есть коррупция за деньги, а плат просто по связям. С РП терминами ознакомлены? Да. Что такое МГ? МГ, да, это использование информации из реальной жизни. Хорошо, а что такое ДМ? Убийство без причины. А что такое ПГ? Это ну, изображение, изображение себя и из, ну, героя. То есть превышение физических сил, то, что ты не можешь в жизни сделать. Хорошо, а что такое П? А поведение человека, допустим, в игре не соответствует которой реальности. Ну, грубо говоря, то, что он не сможет сделать в реальности, он делает в игре. Хорошо. С правилами сервера ознакомлены. Более-менее. Что такое наказание в рамках проекта? Ну, я думаю, это наказание, которые прикреплены именно проектом, которые расписаны и ну, видно для всех. Хорошо. Объясню. А что такое нарушение в рамках проекта? Это когда человек сделал нарушение именно на проекте. которое последует наказание. Хорошо. Что такое конечный продукт NextRP? Давайте пропустим. Затрудняюсь ответить. Хорошо. Перейдем к РП ситуации угу. Ваш сотрудник бежит в стенку, никак не отвлекается. Ваши дальнейшие действия. Ну, для начала зафиксирую его. Если он меня игнорирует, просто напишу в администрации, то что ну, это считается как абьюз. То есть фарм зарплаты, грубо говоря. А там администрация решит с ним. То есть хитнет, кикнет, Потом, как появится уже в сети, покажу ему доказательства и сделаю ему выговор. Хорошо. Ваш сотрудник проверит садится в машину и ей дальше. Ваши дальнейшие действия. Что он нарушил? Ну, это как номер П, так и ПГ от него считается. Это, я думаю, делаем предупреждение для начала. Если не будет понимать и будет продолжаться делать так же, то выговор, а следом увольнение. Хорошо. Вы стоите, никому не мешаете, ваш не подходит к вам и начинает оскорблять вас в Б-чат. Ваши дальнейшие действия. В Б-чат? Да, да, в Б чат Ну, я его позову в Дискорд, скажу, то, что нехорошо так делать. Ну, как бы он не в игровой чат пишет мне, то есть по РП он меня не оскорбляет. Но все же сделаем предупреждение ему. Хорошо. Перейдем к той... следующей РП ситуации. Вы стали на пост лидера. ППС, э, вы поставили состав, то есть построили состав, ну, точнее, объявили им построение, но состав не пришел на построение. Ваши дальнейшие действия. А, сообщу, рад еще раз, что с, ну, собеседование со ну, строй будет. Если не придут, то уже, ну, если все не придут, грубо говоря, буду их уже искать по, ну, грубо говоря, части и узнавать, почему не было причины явки на строй. Была ли уважительная причина или нет? Хорошо, представим такую ситуацию. Вас похитили ОПГ, отвозят вас в лес, достают непонятные бумаги и говорят вам подписать договор об уходе с поста лидера. Ну, что я должен сделать? Ну да, ваши дальнейшие действия. Ну, это как бы НРП считается, то есть нельзя так сделать, насколько я знаю. То есть я не должен ничего подписывать. Хорошо. В каком случае вы можете уволить сотрудника без доказательства? Не могу уволить без доказательств. Должна ли какая-нибудь все равно причина быть, потому что я увольняю его. Либо профнепригодность, либо так далее, то есть отсутствие в игре. Хорошо. Человек прошел собеседование, вы прописываете команду, чтобы его принять, но система этого не дает. Ваши дальнейшие действия сообщу администрации, то, что есть баг такой, ну не баг, просто неполадки, чтобы они разобрались с этим. Либо, чтобы они же помогли его принять. А, ну тут еще вариант может быть то, что у него не тот социальный рейтинг, либо он уже состоит в ПГ и так далее. То есть я узнаю у него, ну, в Б-чат, грубо говоря, напишу ему, узнаю, если он стоит в ПГ, либо в другой фракции, либо там по рейтингу и так далее. Если состоит, то прошу уволиться. А если это баг игры, то он и напишет администрации. Что, вам сообщили, что ваши сотрудники заехали на западный картель и что-то обсуждают с ОПГ. Ваши дальнейшие действия. Mm -hmm. Ну, им запрещено будет вообще появляться на картеле. Это выговор. Хорошо, у меня вопросов нет к данному кандидату. Но в другой администрации будут вопросы? Нет, у меня не будет. Евгений. Хорошо, вопросов нету. Мы вас перенесем в канал ожидания. Ожидайте результатов. Хорошо, спасибо. Так, ну а после всего этого обзвона ждем, получается, результатов, если у вас... Ну что, вот и прошел обзвон, получается, и мы потом, у нас переносят в комнату ожидания, если вы проходите, то вас обратно телепортируют, получается, в комнату, и говорят, что так и так, вы подходите нам, дают тебе права, и все, на этом ты становишься лидером. Ну а что... Ну вот такой получился обзвон, а, правильно неправильно я отвечал, думайте сами, может где-то я запомню. блять, не так. Ну что, вот получился такой обзвон, не знаю правильно неправильно ли отвечал я, но ну, если я стал на лидера, значит я правильно отвечал. А так жду ваши комментарии, что неправильно было, что правильно было. А, и да, после этого обзвона получается вас перекинут, комнату ожидания. И после чего, если вы подходите на кандидатуру, то вас прикидывают обратно и поздравляем, вы стали, а, вы прошли обзвон и становитесь типа лидером та-та-та-та-та. И все, потом вам объясняют, что как, выдают роли, и вы все полноценный лидер своей госструктуры, либо что у кого-то еще. А, на этом, думаю, буду заканчивать. А, пишем комментарии, опять же, правильно, неправильно сделал я, что неправильно, может что-то вы знаете, лучше, что не знаете, ставим лайки, дизлайки, ну и подписываемся на канал. Мы все так же идем к цели тысячи подписчиков, осталось половина суммы этого. Давайте дотянем.